Внимание! Очень важная информация. Сегодня мы рассмотрим канал The Craigie и поймем, чем же он так хорош. Парень снимает очень качественные ролики по режимам Bed Wars, Sky Wars, Murder Mystery и многое другое. Все видео с очень качественным монтажом и самым высоким качеством. Парень снимает с веб-камерой, что действительно очень важно. Я советую вам на него подписаться, ведь у него есть мечта набрать 10 тысяч подписчиков, и это нам по силам. Кстати, я уже очень давно подписан и вам рекомендую. Я надеюсь, мы поможем ему, и его мечта перейдет в реальность. А мы переходим к моему видеоролику. Погнали! И всем привет, с вами Агира. Сегодня мы поиграем в Skywars на сервере Hypixel с радужным ресурс-паком. Погнали! И радужный ресурс-пак, это, конечно же, очень топово. Сейчас я вам покажу, какая здесь удочка, какая здесь вообще алмазная броня, конечно же, если она мне попадется, потому что пока что мне что-то алмазная броня... А, да, мне, кстати, не попалась алмазная броня, но тогда, пожалуйста, алмазный меч. Да, алмазный меч и на остроту 1. Просто посмотрите, это радуга. А вот здесь так прикольно, у меня вот мод есть там, где вот это радужное, вот это W, A, S, D и левая кнопка мыши и правая кнопка мыши КПС. И теперь у меня даже ресурс-пак радужный. Ну, очень прикольно, очень даже прикольно. Так, значит, что это было? Ладно, давайте мы забудем, наверное, про этого человека, который только что просто упал. О, кстати, я нашел себе алмазную броню. Сейчас вам покажу, какая здесь алмазка. Просто посмотрите на эти ботинки, они такие вообще прикольные. Вот, знаете, они все так светятся. Вот, это так смешно, конечно. Так, значит, мы убили вот этого пацана. Сейчас под силой можно убить. Еще вот этого пацана, конечно же, если он так лагать не будет. Но он, конечно же, будет так лагать. Так, значит, это мне не нужно, это не нужно. Это, наверное, тоже не нужно. Это выкинем. И остальное все уже оставим. Так, значит, там я вижу... Человек какой-то, привет. Все, мы его убили, это было очень жестко, очень сложно, ладно, шучу, это было легко. А вот здесь, кстати, я мог бы легко и упасть, это мне, наверное, не очень понравилось. Ладно, так, значит, давайте мы, наверное, найдем еще людей, потому что я что-то не знаю, где они, так, честно сказать. Ну, давайте посмотрим, наверное, туда, может, они там. Кстати, кто-то умер, и вон я вижу какого-то человека, давайте мы, наверное, к нему построимся. Что-то он горит, я надеюсь, он не догорит, а то некоторые просто догорают, и, в принципе, все, изи катка. Но я надеюсь, он не догорит, и все будет очень хорошо. Так, значит, парень, привет, привет, как дела? И я тебя, наверное, сейчас убью, ты же не против? Ой, что-то у меня микрофон шатнулся, ну ладно. И мы, кстати, его убили, это очень хорошо, мы победили в первой игре и переходим к следующей игре, погнали! И наша следующая игра уже началась, и я нашел алмазный грудак, он вообще так красиво так светится, мне прям очень понравился этот вообще ресурс-пак. И, кстати, забыл сказать, потому что этот ресурс-пак вы можете брать сразу в описании, ссылку на него я оставлю, конечно же, в описании, да. И кто-то там меня узнал, а тут упал. Вообще, жестко вообще. Кстати, вот эти блоки, они тут тоже светятся, вообще красиво. Так, значит, давайте мы, наверное, быстренько пойдем на центр. Почему бы и нет, как бы там нас ждут хорошие вещи. Там нас ждет, конечно же, мясо. Он тут парень какой-то убивает того. И, эй, ты, я сап, да, спасибо, братан, за то, что ты сап. Ты попал в ролик, это очень хорошо. И давай, умри, молодец, мало, красиво. Очень красиво ты так упал вообще. Так, значит, этого мы тоже убиваем. Меня, кстати, читером назвали, Хакс. Да, Хакс, конечно, я Хакс. Почему бы и нет? Так, значит, давайте, наверное, вот этого тоже мы убили. И я вижу, у нас здесь киллов получится не так уж и мало, кстати. Так, значит, давайте вот этого тоже скидываем. И вон того нам тоже нужно убить сейчас. И уже, кстати, 5 киллов. Почему бы не сделать нам очень много киллов? Почему бы так не сделать? Честно вам говорю. Так, значит, это чуть-чуть похоже на какую-то ловушку. Но нет, это вроде не ловушка. Мы того убили, у нас уже 6 киллов. Ну, давайте мы, наверное, побежим еще вот этого убить. Кстати, что-то мне килл не засчитался. В смысле, он что, выжил? Слушай, как ты выжил? А, все, уже умер. Или... Нет, он выжил. Может, у него эндерперлы были? Наверное, у него просто эндерперлы были. Потому что это что-то очень странно. Так, значит... Нет! Что это было? Кто мне сзади подошел? Не надо так сзади подходить, парень. Что-то он какой-то плохой вообще. Взял мне, подошел, начал меня бить. Просто вообще ужасный пацан. Так, значит, что здесь у меня есть? Кстати, мой подписчик жив. Нет, его уже нету, кстати. Я не знаю, может быть, я его даже убил. Обалдеть. Нет, я хочу сделать побольше киллов. Ну, правда, меня сейчас очень сильно бьют, и мне это совсем не нравится. Так, значит, парень, давай, я смогу тебя убить. А, ну это было, в принципе, легко. Ну вот, да, я его уже пытался убить, он эндерперлы кидает.
но, к сожалению, у него не получилось выжить. Кстати, эндерперлы, блин, я их не показал, но, может быть, покажу в третьей игре, потому что здесь они очень тоже такие радужные, очень красивые. Что это за антикновек летит сюда? Все, мы, кстати, убили последнего человека и сделали целых 8 киллов. Обалдеть, 8 киллов заслуживают, конечно же, лайка. И наша следующая игра уже начинается, и, конечно же, мы здесь тоже затащим, потому что, я надеюсь, нам попадется хорошая броня. И мы, конечно же, затащим, да, я прям в этом уверен. Ну, пока что броня мне не очень попалась, но вот бы мне на грудь, да, грудак у меня есть, о, прям грудак, это очень хорошо. Так, значит, сюда мы это кладем, и у нас есть две зельки регенерации, да, две, это хорошо. Так, парень, что ты там делаешь, ты меня хочешь увидеть? Ну, кстати, у тебя это не получится, а вот у меня получится. Привет, братиш. Нет, в смысле, меня подтпшивает что-то Хайпиксель. Зачем ты это делаешь? Я не понимаю. Так, мы убили этого человека. И, кстати, у нас есть наковальня. Наковальня, это очень хорошо. Давайте быстренько построимся на центр. Я тут чуть-чуть зачаровался. Сделал себе хороший нагрудник, сделал себе хороший меч. И я надеюсь, то, что с такой броней, с таким мечом мы, конечно же, затащим. Потому что я как раз люблю, когда мне попадается броня. Ставьте лайк, если она тоже нравится, когда вам попадается очень топовая вообще броня. Так, значит, что ты там делаешь? Не надо только прыгать куда-то. Что это было? На что он надеялся? Честно, я не понимаю таких людей чуть-чуть, вот иногда. Так, то что ж меня так тпшит? Что-то мне это так не нравится. Так, со скином смерти у тебя не получится меня убить, потому что у тебя не очень скин. Знаешь, я хотела это тебе уже давно сказать. Что ты делаешь? Только не застраивайся, я тебя прошу. О, фух, он не застроился, я прям очень рад, знаете. Так, значит, этот мне меч не нужен. Там я вижу какого-то человека. Давайте мы, наверное, пойдем на центр и встретим там этого человека. Так, что ты там делаешь? Ты стоишь? Ну, молодец, молодец. Удочка мне не нужна. Вот это мне очень нужно, конечно. Лук, прям, чтобы в тебя стрелять. Прям я в тебя попал. Ой, что ты делаешь? Не надо тут ничего взрывать. Он, наверное, хотел что-то взрывать. Да, он точно, он хочет что-то взрывать. Не надо, не надо, это очень плохо. Так, что ты строишься? Ты думаешь, что он меня убил или еще что-то? Я не понимаю твоей логики. Он меня не убил. А вот ты сейчас, конечно же, умрешь. Я прям уверен в этом. Так, я сзади. Иди сюда, я тебя убью. Обалдеть, с одного удара. Да, это, конечно, было очень смешно. Кстати, я на центре нашел эндерперла, и мы можем просто тэпнуться к тому пацану и, конечно же, его очень так жестко убить. Иди сюда, братиш. Братиш, я прям к тебе пришел, чтобы тебя убить. Давай, я лечу за тобой. Ладно, не хочу за тобой лететь, я лучше здесь поживу. И, в принципе, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. И всем пока-пока.